Здравствуйте. Сегодня рассмотрим тему, как разделить жесткий диск на два раздела. Нажимаю на кнопку «Пуск» и в поиск прописываем «Управление компьютером». Появилась вкладка с этим названием и нажимаем на нее. «Управление дисками». Расширим, давайте, чтобы лучше видно было. Это системный основной диск C, имеет общий объем 232 гигабайта. Здесь стоит только программное обеспечение семерка. Хочу еще поставить и десятку. Другой раздел, или так сказать, другой том. Итак, приступаем. Правой клавишей мыши нажимаем на основной диск C. Сжать том. Нажимаем. Сейчас идет определение, можно сжать или нет. И мы видим вот такие здесь показатели. Общий объем диска 237. Мне необходимо на этом диске под Windows 10 оставить где-то около 100 гигабайт. Здесь разрешается 125 гигабайт поставить, но мне столько не надо. Поэтому я это все удаляю. И тут пишу по-своему. 102 400. Теперь сжать. Идет сжатие этого диска. Он не распределен. Его необходимо обозначить буквой или придать другое значение. Давайте мы обозначим его буквой еще. Создать простой том. Нажимаем «Создать простой том». Далее. Размер простого тома 102. Далее. Обозначение буквой. Давайте мы его обозначим буквой «Б». Далее. Готово. Все. Новый том обозначен буквой «Б». Чтобы не было путаницы, мы его и подпишем. Открываю проводник, мой компьютер. И вот этот созданный диск. Вот он. 99,9 гигабайт. Правой клавишей мыши нажимаем. Переименовать. И пишем Windows 10. 10. Окей. Все. Windows 10 подписано. А тут мы будем знать, что эта семерка стоит у нас. Закрываю. Если вы желаете быть первыми в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале «Все своими руками 36», то не забудем подписаться на него. До свидания.